Да, всем привет, меня зовут Стас Михальский. Я действительно работаю сейчас в компании Biglion Technology. А, так или иначе, к разработке я имею отношение с 98 года. И этот доклад, он будет не про проектное управление, простите, а он будет про, в некотором смысле, разработку. Почему я решил об этом рассказать? Потому что я это видел своими глазами именно в Биглионе. Вот ровно то, о чем сейчас будет идти речь, это произошло, так сказать, на моих глазах, при моем участии за последние, там, ну, условно говоря, 9 месяцев. И я хочу сразу на берегу извиниться, потому что, ну, на самом деле, я сейчас буду говорить крайне банальные вещи, крайне простые. Но они при мне привели к значительной трансформации вообще всей цепочки разработки и, ну, главное, привели к результату. Поэтому я взял себе смелость поговорить об этом еще раз. Во-вторых, я из мира in-house разработки. У меня разработка всегда была продуктовой, поэтому я буду говорить про продуктовую разработку. Но я предполагаю, что все сказанное легко трансформируется, перекладывается на другие кейсы, потому что это вопрос, что считать продуктом. Да? Продукт может быть не качественное программное обеспечение, а, ну, что-нибудь другое. То есть я думаю, что вы найдете аналогии со своим кейсом в любом случае. Итак, часть первая. Когда мы говорим про разработку, мы говорим обычно про что? Про ее эффективность. Да? Мы всегда хотим, и, собственно говоря, там последние 10 лет, как IT-менеджер, я так или иначе занимался тем, чтобы увеличивать эффективность разработки. Когда мы подходим к этому вопросу, ну, как бы продуктовая разработка — это, если совсем утрированно, есть задача, есть разработка, есть на выходе продукт, там, слэш-результат. Что я здесь могу, на что я могу повлиять я? Ну, то есть понятно, что есть там история про юзер-стори, как их правильно писать, там, но мы сейчас не про это. Я могу повышать эффективность разработки. Как я это делаю? Ну, в общем и целом, есть всегда три пути. Мы можем увеличить количество ресурсов. Понятно, что до определенного размера и коэффициент на самом деле довольно стрёмный. То есть мы, чем больше людей мы вкидываем в проект, тем меньше толку получаем. А потом мы, наоборот, хуже. Мы можем улучшать процессы. И мы можем просто повышать уровень квалификации или брать более квалифицированных людей на работу. Три направления. Ну, они приведут к тому, что наша пропускная способность повысится. То есть логика это как бы крайне простая. Если у нас выше эффективность, то мы будем делать больше работы, и от этого мы должны получить больше результата. Да? Да, нет? Нет. Потому что работа не гарантирует результат. Покажу. Вот это простая схема, чтобы всем было понятно. Это схема сборки человекоподобного пылесоса. Ну, понятно для всех пример. Часто сталкивались, я думаю. А в комплект входит одна голова, одно туловище, две руки, две ноги. Два верхних манипулятора, два нижних. И за 5 операций, вот они обозначены на схеме, мы можем его собрать. Вот представьте, что это сложная операция, это делается на заводе. Там в день, допустим, мы можем сделать 5 операций, там, ну и так далее. Операции в смысле не хирургических, а вот по монтированию. Ну и, соответственно, если на этот завод приезжает контейнер, в котором 5 голов, 10 верхних манипуляторов, 10 нижних и 5 туловищ, то за 25 операций мы получим 5 человекоподобных пылесосов. Если предположить, что 5 операций в день, за 5 дней у нас будет вот 5 таких вот штук. А теперь представьте, что один день случился праздничным. То есть на входе ровно то же самое. 5 голов, 5 туловищ и так далее. Но операций у нас будет 20. Что мы получим на выходе? Ну, то есть теоретически, по идее, должно быть так. А вот это вот лежит в коробочке, дожидается следующего дня. Но по факту есть еще Russian Edition. Это мне пришло в конце уже в голову, я не успел поменять презентацию. Представьте, что вот здесь вот усиленный, так сказать, менеджмент и так далее, мы из 20 операций сделали 22. Ну, то есть вот в то же время, в 4 дня, но мы еще поднапряглись и еще двое прикрутили. В лучшем случае, ну, тут две головы появятся, но результат все равно будет хуже, чем тот, который может быть в итоге. Поэтому отсюда первый вывод. Мы не хотим больше работы, мы на самом деле хотим больше результата.
Вот тут я прямо чувствую, как на мне погоны капитана очевидности вырастают, но тем не менее. А почему так получилось? Почему мы можем собрать 4? Вот совершенно же понятно, да, что вот это не результат. И в некотором смысле самое главное, что все усилия, вот те 20 операций, которые были сделаны, это потери. Они не привели к результату. Разговоры про то, что ну мы на следующий день прикрутим 5 голов и все будет зашибись, нет, это неправда. Потому что на следующий день случится какой-нибудь вброс. И на самом деле мы эти 5 голов уже, или они уже будут не нужны, эти пылесосы. Но факт остается фактом. Я считаю, что все, что не закончилось результатом, является потерей. Поэтому вот это нулевой результат и 20 потерянных усилий. Почему так получается? Потому что, когда мы крутили манипуляторы, мы думали не о пылесосах. Мы думали о том, как крутить манипуляторы. И это нормальная история. Мы думаем о работе. Наш фокус, он на работе. Почему так получается? Потому что работа вокруг нас. Потому что мы оцениваем работу. Ну, мы декомпозируем. Это же первое, что мы делаем. Мы берем и то, что нам предлагают сделать результат, мы его разваливаем на работу. Это понятно, зачем? Без этого не обойтись. Но дальше мы там остаемся. Мы оцениваем работу, мы проверяем работу, мы ускоряем работу. Давай, давай, давай сделаем не два таска, а давай еще вот третий возьми сегодня сделай. Это все приводит к тому, что человек опускает голову. Вот эта история, когда за деревьями уже не видно леса. Человек опускает голову и начинает делать работу. Делая работу, как вы понимаете, ему не важно, что получится на выходе. Ему нужно сделать просто 20 операций. В этом смысле, что так ему-то одинаково, а на выходе нет. А что было бы, если бы он как-то при этом еще одним глазом думал о работе, о результате? Ну, во-первых, нам бы удалось не делать пустую работу, ту самую, не генерить потери. Нам бы удалось максимизировать результат, не получить полный. Это не всегда возможно. Мы не всегда можем отработать на 100%, но хотя бы на 80%. И еще важный момент. Если сами исполнители думают о результате, каждый момент делая работу, мы можем часть усилий по контролю за результатом на них приложить. То есть мы можем их меньше контролировать. А это на самом деле в некоторых случаях значительные операционные издержки. Я думаю, здесь я убедил, да, это важно. То есть сделать так, чтобы люди думали о том, для чего они сейчас делают ту или иную задачу, ту или иную работу, это важно. Как этого добиться? Ну, там есть несколько совершенно простых и понятных, опять же, идей. Во-первых, нельзя отвлекаться. То есть нельзя делать что-либо, кроме того, что ты собираешься делать. А это же очевидная история, да? Да. А у всех получается? Нет. Во-вторых, если, не дай бог, эти пылесосы, чуть не сказал, пылесборники, собираются в разных цехах, пусть даже рядом стоящих, то история с переключением, я вот тут прикрутил, отдал туда, а оттуда когда-нибудь придет, это точно так же сшибает фокус результата. Как я могу думать о том, что вот-вот у меня скоро получится мой результат, если он ушел куда-то в чужие руки? Никак. Поэтому в идеале нужно делать все самим. А эта презентация закончится как бы переложением теории на опыт Биглиона, и я расскажу, как мы с этим работаем. А в-третьих, я должен понимать, что я делаю. Я должен понимать результат, к которому я иду. Я должен понимать, что из этого получится человекоподобный пылесос и какую ценность он несет. И желательно соблюсти еще две вещи. Во-первых, я думаю, вы и все люди не любят долгих денег. Мы любим делать, получать результат. Поэтому если я буду это делать там месяцами, собирать этого робота, наверное, я там скроюсь. Ну, во всяком случае, если это не хобби, да, если это не собирание какого-нибудь там макета летучего голландца там в бутылке, то, наверное, я скроюсь. Поэтому мне хочется, чтобы этот объем работ для получения результата был не очень гигантским, но при этом, если он будет очень маленьким, то есть, допустим, если я собираю не робота, а просто скручиваю шарики, две половинки так, раз, то это тоже превращается в рутину. Я уже не могу рассматривать результат как что-то выдающееся. Это просто становится еще один вид работы.
Вот я хочу обратить внимание, что только две верхние строчки, они про процесс, а разработка — это процесс. А все остальное — это про содержание. В некотором смысле это можно переложить в требования к задаче. И отсюда я делаю вывод, что на самом деле нам нужно не разработку прокачивать в первую очередь, не мощность наращивать, а нам нужно работать с содержанием. Нам нужен продакт-менеджер. Но именно продакт, я объясню сейчас почему. Не аналитик, нет, именно продакт-менеджер. Но нам нужен очень крутой продакт-менеджер. Почему? Во-первых, маленькое отступление. Я вас обманул, когда рисовал три круга. На самом деле, с точки зрения продукта, задача, разработка, результат — это то, что мы сделали разработкой. И эффект — это то, что ожидает бизнес от результата. То есть результат разработки, ну там в моем мире, это выкачанная на сайт фича, а эффект — это деньги, которые от нее пришли. Ну, там, пусть даже косвенно. Допустим, она повлияла на ретеншн, а ретеншн — это деньги, да? Поэтому наш суперпродукт, почему он супер? Потому что к нему очень жесткие требования. У него большие вызовы. Он должен определять ожидаемый эффект. Он должен формулировать результат через этот эффект в контексте этого эффекта. Он должен работать с командой, пояснять команде важность. Это вот про увлечь исполнителей, да? Он должен демонстрировать команде доступный эффект, достигнутый эффект. И это на самом деле стрёмная история. Об этом я чуть ниже расскажу, потому что... Ну, расскажу. Но самое главное, вот самый большой челлендж в моем понимании, это вот то, что Иван... Во что Иван не верит. Где Иван? Сбежал. Вот он не верит в это. Это задача декомпозировать большой результат на много маленьких. При этом каждый из этих маленьких результатов он должен приносить какую-то ценность. То есть мы не можем распилить большую задачу, не знаю, там в моем мире, опять же, перевод сайта на адаптив. Это большая задача, это месяц разработки. Я видел, как эту задачу распилили на двухнедельные спринты, каждый из которых заканчивался маленьким изменением с АБ-тестом. Это сложно, для этого нужно упороться. Намного проще было бы распилить это на подготовку там, движка, еще что-то. Но, тем не менее, на самом деле перед этим продуктом стоит вот такая вот задача. Это адски сложно, но достижимо. Картинка видна, да? Взять и представить большое в виде маленького, но осмысленного. И если это получится, то тогда мы будем получать... Вне зависимости от мощности разработки, мы будем получать максимально осмысленный результат этой разработки. И вот после этого можно накачивать уже разработку мышцами, можно оптимизировать процессы, добавлять людей или повышать их квалификацию там, и так далее. Теперь я расскажу, как это было в Биглионе. Собственно говоря, что это было. Как мы это сделали? Во-первых, мы... Ну, с точки зрения спринтов и джиры, да, мы работаем спринтами, и в спринт у нас попадает там 2-3 вот таких вот изменения продуктовых. У нас есть эпики, истории, таски. Эпики — это большой результат, ну, допустим, адаптив. Стори — это те самые маленькие результаты, каждый из которых, повторюсь, осмысленный и заканчивается АБ-тестом. А таск — это то, что разработчики уже делают для себя. Это та самая работа, выполнение которой еще ничего не гарантирует. Ну, как с роботами, да? Соответственно, мы берем 1-3 истории, но бывает, когда у нас разрешено одну историю делать 2 спринта. Ну, то есть бывает, что меньше... Это 4 недели в нашем случае. Меньше не бывает. Во-вторых, мы вот сформулировали эти требования. Их сформулировал CPO. И, собственно говоря, он нанимал всех продакт-менеджеров именно с вот такими условиями. То есть, почему я говорю, что нам нужен продуктолог и нам нужен сильный продукт? Потому что заставить людей работать так, это задача со звездочкой. То есть, я беру на работу продуктолога и говорю, слушай, тебе нужно будет декомпозировать задачи с точки зрения их полезности, так, чтобы они были и полезные, и небольшие.
Это непросто. Нужно ломать голову. Это такая полуинженерная задача. Но, как выяснилось, если искать правильных людей, это допустимо. Достижимо, извините. Теперь интересно уже мое. Мы поменяли структуру разработки, и выглядит это сейчас так. У нас есть продуктовые фокусы. То есть это как раз идея продукта. У нас команды, а продуктовые команды занимаются продуктовыми фокусами. Продуктовый фокус — это набор продуктовых метрик. Например, есть фокус «Эффективность покупателей». И команда, которая занимается эффективностью покупателей, делает все, что угодно в любых уголках системы, лишь бы повлиять на эти показатели. Там ретеншн, размер чека, там и так далее. Соответственно, каждый фокус обслуживается продуктовой группой, и эта группа кроссфункциональна. Мы в каждую группу включаем всех необходимых специалистов, и это как раз позволяет нам выполнять условия про то, что мы делаем всю работу сами. У нас нет переключения, нет ситуации сейчас, когда задача ходит между командами. Команда делает всю, полностью свою задачу, полный цикл прогоняет. Там есть тестировщики в группе, там есть все, кто нужен. Но поскольку в итоге эти команды все ходят по одному и тому же полю, по одному и тому же коду, и могут там друг другу мешать, у нас есть группа платформы, которая их ревьюет, которая решает конфликты, а главное, она еще защищает их фокусы. То есть на самом деле любой вброс, что бы там ни случилось, для очень важного партнера нужно как-то промокод специально закодить, еще что-то. Это делает команда платформы. Наши продуктовые группы делают только то, что они собирались делать. Вот только это. И ни на что не отвлекаются. И, соответственно, это нам позволяет получать довольно живой результат. А вот это вот, на самом деле, это уже история продуктовая. Это то, как продукт следит за тем, что он делает. И это то, что, с одной стороны, очень нравится менеджменту и, в общем, является способом четко прорисовывать, чего мы достигаем, с другой стороны, мешает жить нам, я сейчас расскажу ниже. Смотрите, вот это продуктовая доска. Так, сейчас нажать бы что-нибудь. О, правильно. Вот вся разработка, постановка задачи, разработка, тестирование, оно все здесь. А вот это все, вот здесь вот идеи на разработку Discovery Backlog, здесь они прорабатываются. Если Discovery закончилась нормально, то они вот сюда попадают, в Product Backlog. Дальше идет разработка. Тест — это тест продуктовый. Это АБ-тестирование. Это проверка, а соответствует ли получаемый результат ожидаемому эффект. Получаемый эффект соответствует ли ожидаемому. Ретро — это когда мы уже выносим суждение. Мы говорим, да, выполнена нами задача месяц назад. Кажется, дала тот эффект, который мы хотели получить. Это круто. Или говорим, что нет, к сожалению, ретеншн не повысился. Ну, такое тоже бывает. Ну и клоустер, когда уже история закончена. Так вот, вот тут возникает сложный момент. Дело в том, что людей, по идее, мотивировать нужно через достигнутый эффект. Вот можно прийти и сказать команде разработчиков, пацаны, чек вырос там на 100 рублей, средний, это дофига, это круто. Но между между девом и ретро там проходит месяц, а то и месяцы. Вот они уже забыли, что они это делали, а мы только убедились, что оно работает. Ну, то есть, а продукт только убедился, что это работает. Поэтому на продукте я не зря там поставил, что доносить до команды эффект — это очень важная история. Потому что это мотивация, это ровно то, что двигает людей. Ну, к этому всему осталось добавить только две вещи. Все не так идеально. Как оно было у нас? То есть сначала мы приняли эту схему, потом полтора месяца штормила систему, мы падали, поднимались, потому что стримы пытались научиться работать в неизвестных им кусках кода, платформа пыталась, так сказать, их страховать, но неудачно иногда. Потом мы стабилизировались, и у нас началась ритмичная, понятная поставка продуктовой ценности. В начале года с ним было все довольно плохо, то есть все что-то делали, но результата не было.
И вот сейчас я наблюдаю две проблемы. У нас начинается такой маленький откат, с которым мы сейчас боремся. Во-первых, продукты устали, так сказать, напрягать мозг и начали потихоньку скатываться к маленьким задачам. Вот от тех вот самых вот кристаллов больших, да, там, которых можно взять 1-3, а они начали мельчить. Ну, то есть от мелкой задачи просто построить конечный результат, но как бы делать их скучно, да, это рутина. И во-вторых, из-за того, что столик, вот эта история, она оказывается и в продуктовой доске, и в доске разработки, возникает засада. Я не могу закрыть столик в конце спринта разработки, потому что он нужен на продуктовой доске. И это не позволяет мне как бы закончить результат для команды. Вот закрытый столик на ретро – это такая история. Вау, мы сделали. Вот не удается нам пока поставить эту жирную точку, но мы над этим работаем. Завершая, вот главный takeaway отсюда, то, что нужно вынести, это три вещи. Это про декомпозицию, про защиту фокуса и про линк работы с эффектом, про то, что там есть гэп, и его нужно специально преодолевать, специально линковать. На этом я готов отвечать на ваши вопросы, и спасибо за ваше внимание. Спасибо, Стас. Какие вопросы? Не вижу. Да, вот здесь. Здравствуйте. Вы рассказали про команды, которые сами в себя все включают, которые все делают. А как вы их формируете? И как вы их физически размещаете? Я имею в виду, сегодня один человек в одной команде, или он все время... Нет, они не меняются. Они они привязаны к команде, вот она раз собрана и все. Там человек 7-8, когда больше, хуже становится. Они такие, ну, а-ля скрам команды. А не бывает ситуации, что задача, она просто не нужна для... То есть здесь же специализация все равно. То есть да. GUI, серверная часть. Что это только серверная часть. Бывает. Задача. А что делает? Отличный вопрос. Да, я не указал этого. На самом деле схема со стримами, с фокусом, когда мы стараемся фокусироваться на результате и не отвлекаться, она с оверхедом. Нам действительно приходится, во-первых, команда платформы, она как бы продуктовую ценность не несет, это сплошные расходы. Во-вторых, действительно, не всегда команду можно по текущим задачам всех специалистов равномерно распределить. И могут быть спринты, в которых, допустим, мобильные разработчики практически не нужны. В этот момент они делают либо технический долг, ну должен же кто-то это делать, да? Либо они на самом деле помогают в Discovery. Ну, потому что есть задачи, которые нужно, ну, как-то прогнать, там, что-то сделать, какой-нибудь прототипчик. И, опять же, проблема, чем их занять, это проблема продукта. Вот в нашем видении. То есть продукт понимает, что у него на следующий спринт мобильщики курят, и поэтому он либо придумывает, как их занять Discovery, либо идет ко мне, и мы находим им все вместе, что поделать с техническим долгом. Ответил? Давайте еще. Коллеги, еще вопросы. Здрасте. Юдин Антон, Томск, СУ-проект, руководитель проекта. А подскажите, а вот таски какое-то есть у вас ограничение по максимальному, ну, по максимальной оценке на таск? Вот вы сказали, что на стори это может быть переходящее на другой спринт, а вот по таскам как? Ну, я, кстати, хочу сказать, что ведь StoryPointy это же оценка не размера таска, это же сложности, мы же понимаем, да, это про сложность. Да, на самом деле нет такого. Ну, то есть мы исходим из того, что если мы предположили, что мы эту фичу, этот столик сделаем за спринт 2, то мы исходим из того, что он развалится на таски, которые в сумме не дадут больше, чем спринт 2. Ну и все. То есть мы про это вообще не думаем, не паримся. То есть ограничений на таск нету. То есть он может весь спринт. Ну не может быть такого. Но разработчики не врать. Нет, ну мы стараемся. Окей, да, есть. Не больше дня.
Если у тебя таск больше дня, значит, ты его недостаточно развалил. Вопрос можно? Скажите, пожалуйста, типовой проект, сроки ресурсов, то есть, ну, либо границы. И этот подход касается только разработки или поддержки тоже? Так. Смотрите, у нас нет отдельной поддержки. Вот прямо нет. Если оно сломалось, то это чинит платформа. Другая поддержка, это фактически переделка некоторая, это делает фокусная команда. То есть вот, нет разделения, поэтому, наверное, я не могу более качественно ответить. Скажите, вот тот самый крутой... Вот опять же, у нас нету такого сроки ресурса. У нас сейчас, мы, может быть, к этому придем. Но смотрите, у нас была история, когда мы, я вижу, и у вас я тоже, вы тоже в красном. Я помню, да. У нас была проблема, что все делают, и там вообще результата нет. То есть мы сейчас хотим получить просто... Мы дошли, когда мы раз в две недели получаем какой-то результат, понятный для бизнеса, и вопрос про как бы эффективность, где возникает как раз треугольник про сроки, качество, да, он еще впереди. То есть нам сейчас, в принципе, даже не важно, сколько мы туда вливаем, главное, что оно начало дышать. Ну, вот так вот. Коллеги, не забывайте представляться, пожалуйста. Григорий, не разработчик. Скажите, вот тот самый продукт-оунер, который очень крутой, которого вы, ну, самый крутой, как вы говорите, вы его, как он выглядит вообще? То есть это где он учился, там, не знаю, пол, возраст, то есть где вы берете вообще в итоге? Если это ключевая фигура вообще во всем вашем. Мы просто, ну, мы их специально не учим, мы просто это такой как бы... Ну, это критерии, по которым мы отбираем людей, на могут ли они так работать или нет, хотят они или нет. Мы сразу говорим, что как бы, у тебя будут задачи со звездочкой. Мы говорим, что тебе недостаточно будет сформулировать как бы, конечное видение и дальше отойти в сторону. Тебе нужно будет его как бы, вот именно на уровне инженера разваливать на короткие поставки. И это твоя задача. И дальше мы ну, как бы, смотрим, справится он, не справится, но там вот, на уровне собеседования. То есть... Пока что их не так много нам нужно, пока нашли на рынке. Ответил, да, сейчас, пожалуйста? Ответил? Меня зовут Сергей, Enterlab. Очень интересный доклад, спасибо. Интересно было про фокус, про внимание. Вопрос такой, как вы доносите данный фокус до разработчиков? Потому что PM, они сами знают этот фокус, да, они сами его ставят. Сами в нем работают, но далее, вот, когда идет на более низкий уровень, каким образом вы доносите этот фокус непосредственно до исполнителей? То есть это ежедневные митинги, это какая-то краткосрочная мотивация и прочее? В каждый, вот продуктолог есть у каждого фокуса, да? Каждый продуктовый фокус снабжен группой, и в этой группе есть продуктолог. Собственно говоря, на планировании он объясняет смысл стойка, который мы берем. Группе. Так. Нет, двухнедельные спринты, релизы, это все понятно. Да. Как каждый день доносить фокус до человека? Хороший вопрос. Смотрите, у вас был классный слайд, там где пылесосы и так далее, чтобы в конце все-таки получилось 4 полноценных робота, да, вместо 5 без голов. Сейчас за этой задачей в этой задаче группе решают. У нас помимо продукта есть еще в группах, в больших группах, проекты. Это такая, ну, вот смесь, скорее так ближе к скрам-мастеру, но такой вот там вот, между ПМом и скрам-мастером. А вот они это просто проговаривают. Но если честно, у меня уже чешутся руки вешать там на, а то может быть и вместо даже этой несчастной доски с падающей линией, с падающим самолетом, блин. Мне хочется иногда вешать вот картинки типа робота с отчеркиванием сделанных частей. Меня это именно это интересует. То есть каждый день, мотивация каждый день. Как? Вот я пока к настенной живописи еще не дошел, но я уже близок. Спасибо. А, коллеги, еще вопросы есть? Давайте. Так, есть, да. Скажите, пожалуйста, вот а что делать, если финальному исполнителю совершенно непонятна причина, ну, как стремление к результату, непонятен результат абсолютно. Вот настолько сложный проект.
объяснить эффект. Вот эффект можно объяснить зачастую проще, чем результат. Нет? Ну, то есть результат – это может быть какая-то сложная машина, работающая по непонятным для меня законам, но какой эффект она даст? Ну, кому-то станет лучше, там, кто-то, не знаю, там, перестанет болеть, кто-то денег заработает в конце концов. Ну, как-то так. А как это поможет исполнителю поставить себе задачу так, чтобы она приближала к эффекту? Нет, исполнитель себе задачу не ставит. Ну вот вы говорили, то, что мелкие таски ставят исполнители себе сами. Ну они же, они просто декомпозируют. Мелкие таски, это они берут большой и разваливают его на мелкие работы. Вот что они должны сделать, чтобы получить вот этот вот результат? То есть это, ну просто вот взять и разобрать на кусочки. Нормальная декомпозиция, там груминг и так далее. Ну хорошо, спасибо. Ну, как мог. Нет, вы уточните, я готов там... В кулуарах, да? Окей, в кулуарах мне, конечно. Нет, я про то, что уточнить можно в кулуарах, если что. Так, коллеги, все, да? А, давайте последний вопрос. Тоже у нас времени не так много. Алло. Добрый день, Алексей Томсофт. Извините, в бордовом, не в красном. Кто такие платформы? Просто, если, так понимаю, фокус команда, это люди, которые видят, что они делают, они знают, какой будет эффект. А кто такие платформы? Просто из доклада сложилось впечатление, что это такие мальчики для битья, которые занимаются какими-то никому не нужными тасками с точки зрения эффекта, которые никто не понимает, как это будет в фокусе. Это уже тема другого доклада. А платформы, вот они. Там есть еще вот одна структура, про которую я даже не говорил. Это там вот совсем нижняя. ITT — это Internal Task Team. Платформы. Почему их две? Потому что есть мобильная платформа и есть веб-платформа. Вот их уже объединить, ну, как бы крайне сложно. Да? Это ребята, которые, они владельцы кода. Они проводят повторное финальное ревью перед внесением, включением изменений от стримов. Они, когда у них есть свободное время, занимаются системным улучшением. Ну, например, там, не знаю, на PHP 7.1 перевели недавно, ну, вот как пример. Они защищают фокусы, то есть они решают все траблы и срочные задачи, которые вбрасываются, ну, там, посередине спринтов. А по поводу того, что они, как бы, да, они не приносят прямых денег бизнесу, и поэтому это моя задача как менеджера и моего заместителя демонстрировать бизнесу их пользу, чтобы бизнес в какой-то момент не заподозрил, что там есть, как бы, что сократить. Все? Да.